Universiade 2019. И президент Международной Федерации Университетского спорта. Российская Федерация! По биатлону. Наталья Гербалова. Dear friends, allow me to now welcome the delegations from 58 countries and 650 universities with us here at the Platinum Arena Krasnoyarsk. Объявляю 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду открытой. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и полторы... Церемонии открытия 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске принимали участие. The performers of the 29th Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk opening ceremony. Солисты. Headliners.